Всем привет! Вы неоднократно просили снять видео про наших бородатых агам. Вот, общее такое. Я решила снять все-таки обзор на наших животных. Кто у нас есть, каких морф, как зовут и так далее. У нас многоэтажный террариум, вот я вам покажу. Вот, начну с самого верха. Это самец, его зовут Рафаэль. Самец Лейзер Хед Хипа. Вот. Он нам достался уже взрослым. Мы искали тогда взрослого половозрелого самца, нашли его. Он очень крупный мальчик. Он весит более 600 грамм. Вот. У него нет кончика хвоста, он видно на видео, он к нам такой приехал уже. Вот, но тем не менее он даже с отрубленным, с откушенным кончиком хвоста, длиной, я не знаю, больше 50 сантиметров. Мне кажется, если бы у него был весь хвост, он был бы больше 60 сантиметров. Вот, потому что даже когда его берешь на руку после 56-сантиметрового самца, вот, Рафаэль смотрится великаном. Вот, в силу того, что нам достался взрослый, у него уже сложившийся характер. Он абсолютно не ручной, вот. Но он не агрессивный, он старается убежать, если ты его берешь на руки. Даже нести его мыться – это целое прям приключение. Вот. То есть он абсолютно не ручной. Такое. Но нам это, в принципе, не важно. У нас есть... Ой, прошу прощения. Упал у меня штативчик. У нас... Много ручных агам, вот, и в принципе с этим недостатком как-то можно мириться, что он не ручной, вот, и в принципе у него есть много других достоинств. Он крупный, яркий, морфный, плодовитый, от него очень хорошие дети, в принципе, это, наверное, важнее, чем то, что он не ручной. Вот, даже погладить его это... Так... убегает сразу, не хочет. В общем, это Рафаэль, сокращенно Рафик. Вот, с ним мы познакомились. На видео кажется, что он какой-то сероватый, на самом деле он яркий желтый. Вот, от освещения, конечно, многое зависит, но он желтый. Следующий мальчишка у нас с выкрученной лампочкой прогрева сегодня, потому что у нас сегодня очень жарко. Это Антарес, это самец Хипа Хед Транс, которого мы привезли из Германии, вот, и он со мной почему-то заигрывает. Он ред, вот, он красного цвета, он сейчас в линьке кусками, на видео кажется, опять же, какой-то оранжевый. На него получается на голове два пятна поражения, так он ред, он красный. Абсолютно ручной, спокойный, не агрессивный, вот. Но не такой крупный, конечно, как Рафик, наш уже знакомый товарищ. Вот. Но, тем не менее, в принципе, перспективный самец Антарес. Вот. Мы его тогда решили взять под определенную самку. Вот, самочка уже подросла, так что скоро от него планируем детей. Тоже планируем редов, планируем лейзер, хипа, транс, даннер, ред. Вот. Самочку я вам попозже покажу. Такой мальчишка. Дальше наша звездочка маленькая. Это Люцифер. Это самец Зеро, хипа Зеро, которого мы привезли также из-за границы. Мы привезли его... По-моему, из Бельгии, если мне не изменяет память. Вот такой мальчишка. Очень элегантный, очень утонченный. Любит элегантные позы. Вот. Но опять же, в силу того, что тут понамешано много всего, много морф, тем более это Зеро, Хипа. Вот. Он тоже не сильно крупный, но тоже больше 45 сантиметров. Вот, по-моему, я его замеряла, он 47 или 48 сантиметров. То есть, в принципе, это
размер крупный, ой, размер взрослой Агамы просто не сильно крупный по сравнению там с 60-сантиметровыми гигантами. Вот. Такой мальчик, беленький. Вот, когда психует, становится серенький. Так, белый малыш Зеро. Как вы можете обратить внимание, самцы все живут в покоях по одному. То есть самец всегда живет один. То есть Люцифер, Рафик, Антарес все живут по одному. То есть содержание бородатых агам в группе возможно только у самок. Самец всегда должен жить один. Вот. А здесь у нас дети сидят. Про них я особо рассказывать не буду. Это детки на продажу. Вот. Опускаемся ниже. Ниже у нас гарем. Ну, начнем тогда с краю. Это Маруся. Здесь мне уже на руку залезли. Пожалуйста, не надо, мне больно. Про тебя тоже расскажу, потерпи. Это Маруся, это самочка взрослая, которая нам досталась по причине переезда ее бывших хозяев. Мы целенаправленно не искали никого. Вот, просто нам позвонили, написали ВКонтакте, что люди переезжают, и им нет возможности у них взять с собой своих агам. Вот, мы у них забрали Марусю, и был еще мальчик Степан. Степана мы отдали другим ребятам, которые искали самца. Маруську оставили себе. Маруська у нас очень желтая. Маруська у нас хипа. Вот белые коготочки. Вот, Маруська очень яркая. Такая девочка. Давайте мы Маруську отсадим. Это у нас Виверна. Маруся она досталась уже с именем, поэтому Маруся. Это Виверна. Ее мы тоже привезли в пару к Люциферу, который Зеро. Она хипохет Зеро. Носитель гена. Вот ее белые коготочки. Вот. У них уже было потомство. У нас были малыши Зеро. Вот. Первые именно рожденные в России Зеро. Привозные уже были у других ребят. У нас первые, которые родились в России. Малыши Зеро. Все разъехались по домам. Вот. И вот мать-героиня Виверна. Следующая девочка, которая рьяная, просится на руки. Это Пандо... Так, нет, это Венера. Это Венера. Это девочка из нашего потомства. От наших агам-производителей. Она родилась очень-очень темной. Она была такой, знаете, черно-бордовой. Очень яркой. Мы решили оставить, посмотреть, что из нее вырастет. Но она перецвела в такую красно-рыжую. Вот. Я думаю, вы актуальное фото в нашей группе ВКонтакте можете посмотреть, потому что видео все-таки искажается, качество и так далее. Вот. И цвета искажаются. Они не такие актуальные. То есть сейчас я смотрю, она просто какая-то рыже-серая. Вот, а в жизни она вообще не такая. И не рыже-серая, а рыже-красная. Вот. Мы ее решили оставить себе. Посмотреть, что из этой морды вырастет. Плюс неплохая пассия для Антареса. Может быть, удастся получить что-то красное-красное от них. Вот. Такая крошка. Она еще такая крупный подросток. Вот, но еще маленькая. Значит, следующие две курочки. Вот это на переднем плане. Это Калипсо. Тоже досталась нам взрослой. Бывший хозяин решил отойти от агам и заняться черепахами. Отдал нам ее. Вот уже взрослую. Такая девочка. Очень характерная. С первых дней дома начала доминировать. Показывает, что она главная самка. Зачмырила всех остальных самок. Вот. Потом более-менее успокоилась. Сейчас абсолютно компанейская, спокойная деваха. Она получается такого серо-песочного цвета. Вот. Это нормал. Нормал, хет, хипа, транс. То есть от нее детки рождались и нормалы, и хипа, и трансы, и хипа-трансы.
Вот, так что в плане генетики тоже достаточно перспективная самка, но единственное, у нее такой более такой стандартный цвет, да, серо-песочный. Вот. Но опять же, от нее крупные детки рождались, очень хорошие, крепкие, сильное потомство. Вот. Следующая девочка, она у нас в линьке, не такая красивая, яркая, как могла бы быть. Давай свой обкусанный хвостик подвинь вот сюда. И не мешай мне снимать. Вот, ее зовут Пандора. Мы ее купили у другого заводчика. Вот, нам нужна была самочка желтого цвета и лазербэк. Вот. Мы ее нашли, вот, дождались, привезли. И получается она лазербэк, хет-хипа, хет-транс. Вот. Потомства от нее еще не было, она у нас дорастает. Она уже такая весьма крупная, выросла хорошей большой агамой. Вот. Но думаю, в течение ближайших нескольких месяцев будем уже ее подсаживать к самцу. Вот. Здесь разобрались. Все, больше никого нет. Пусто. Остальные самочки рассажены. Закрываем. Про наполнитель, кстати, как-то у нас спрашивали. Значит, смотрите, малыши бородатых агам сидят на бумажных одноразовых полотенцах. А взрослые агамы у нас сидят на древесном наполнителе. Вот, натуральный древесный наполнитель хорошо впитывает влагу. И, в принципе, раз в несколько месяцев мы полностью все убираем. Вот, у нас есть совочек, которым мы здесь и сейчас убираем кучки. Но это раз в месяца 2-3 полностью вычищаем все в террариуме. Очень удобно, впитывает запахи, впитывает влагу, удобно чистить. Вот, в принципе, рекомендую. Песок для нас оказалось, что это неудобно. Мы решили такой наполнитель постелить. Вот. Закрываем. Значит, здесь какая у нас ситуация? Здесь у нас самка и самец, они сажены вместе для получения потомства. Вот. На переднем фоне у нас девочка Гертруда. Вот она у нас одна из самых первых агам, которые у нас появились. Она у нас хипа, очень интересного персикового цвета. Ну, не надо, не кусайся. Вот, возможно, она кушать хочет. Сейчас покормим. Еще раз покормим. Вот. Видно вам, не видно. Она такого интересного персикового цвета. Вот. Такая, знаете, как крем-брюле. Вот. У нее немножко голубых таких пятнышек на боках. Ну вот, самка самая ручная, самая дружелюбная из всей нашей коллекции. Постоянно сама просится на ручки. Ты открываешь террариум, она просто по руке выползает к тебе на грудь, на плечо сидит. Вот. Очень ручная, очень контактная, спокойная, добродушная. Вот. Хорошая девочка. Дальше у нас на заднем фоне наш герой, товарищ, которого мы привезли как самку из Испании. Вот, эта самка решила, что она не хочет быть самкой, хочет быть самцом. Мы назвали ее Галаксия в переводе с испанского Галактика. Вот, но теперь это Галакс. Галакс у нас вырос красавцем желтым блюбаром. Вот, это все голубое, то есть он желтого цвета. Опять же, фотки в группе ВКонтакте есть. Я вам под видео ссылку оставлю на группу. Заходите, смотрите, как они вживую актуально выглядят, их актуальный цвет. Вот он желтый, и вот эти все пятна, которые на видео кажутся серыми, это все голубое. То есть это все блюбар, это все голубое-голубое. От него шикарные дети. Вот, с синими боками. Он у нас получается хипохеттранс. Вот. Такой интересный мальчишка. И от него очень крутые хипотрансы получились. Очень яркие, со страйпами на спине, с голубыми боками. Вот.
такие красавцы, одним словом. Вот. Ну, единственное, да, он к нам приехал мелкий, но почему-то у него говнистый характер. Вот, такое есть. То есть лишний раз его на руки не возьмешь, он что-то начинает психовать, начинает от тебя убегать. Вот. Ну, в принципе, такой ну, сразу бороду надул, смотрите. Бороду надул, рот открыл, все-то ему не нравится. Ладно. Не будем тревожить. Грушенька, дай закрыть террариум. Вот. И здесь. Здесь у нас Меркурий. Это Марк. Очень-очень рыжий красавец транс. Он у нас тоже очень давно. Крупный мальчик. Кстати, Галакс с Гертрудой тоже очень крупный. Галакс тоже вообще большой-большой. Он тоже ближе к 60 сантиметрам. Вот. А Меркурий у нас 56 или 57 сантиметров. Тоже очень крупный, очень красивый, толстый, упитанный. Транс-хет-хипа. Вот. У него черное глазище, черное когтище. От него у нас тоже бывало потомство много-много раз. Вот. Он у нас красавец. Любимый мальчик. Очень спокойный, очень ручной, очень яркий, красивый мальчишка. Вот. Дальше у нас террариум еще с детьми. Это детки на продажу. Вот. А здесь хипа, трансы. Ой, вру, хипа и хипа-трансы. Вот, просто трансов нет. Вот, и здесь у нас курочка, которую мы оставили из своего потомства. Это хипа Хедзеро. Вот. Девчушка. Ей всего сколько? Полгода где-то, наверное, ей. Такая уже. Плюшечка. Большенькая, толстенькая. Имя мы ей еще не придумали. Не знаю, не лезет в голову. Пока Хедзеро. Пока так. Вот. Сейчас, минутку. Пауза. Вот, я перешла в другую комнату. Здесь у нас сидит без наполнителя самочка. Вот, которая вам тоже... Ой, бардак устроила. Ужас, извините. Самочка Атлантида. Тоже хотела вам ее показать. Мы ее отсадили от других самок. Вот, потому что она неистово копает. И мы решили убрать от нее пока наполнитель. Вот, посадить ее без наполнителя. Вот здесь вот у нее влажный грунт, где она залезает сама и копает обычно там. Вот, чтобы она отложила яички. Это у нас самка как раз-таки Атлантида. Она у нас хипотранс лазербэк данер. То есть такой у нас коктейль Молотова. Шикарная генетика у девочки. 4 морфа в одной. Очень красивого лосося вот такого цвета. Она ярко-ярко рыжая с желтыми такими пятнышками. Вот, красавица. Вот, сейчас ждем от нее кладку, ждем от нее малышей. Будут данеры, будут лазербеки, трансы, хипа. Чего от нее только не ожидается. Вот. Ну, естественно, от яркого самца. Естественно, они все ожидаются очень яркого цвета. Ну вот. Вкратце рассказала вам про наших бородатых агам. У нас еще есть куча других животных. Про них я тоже сниму потом видео. Вот, если есть какие-то вопросы, задавайте, все расскажем, все подскажем. Вот. А так, подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Опять же, я ссылку под видео оставлю. Группа ВКонтакте, там очень много фотографий. Различные статьи, которые тоже мы пишем сами. Что-то из интернета берем, какие-то интересные познавательные вещи. Вот, скидываем все время фото наших любимцев. Вот. Также выставляем актуальное объявление о продаже бородатых агам, которые у нас есть сейчас из деток в наличии. Вот. Всем вам рады. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.